в этом видео я тебе покажу, как заработать очень-очень много крышек. Также покажу, как заработать к огнемету много-много-много топлива, много патронов или к любому другому оружию, с чем ты ходишь. Все зависит от того, с чем ты ходишь, те патроны и будут спавниться. Не надо ничего будет крафтить, ничего делать. И также покажу некоторые секреты по событиям в Fallout 76. Покажу ржавую кирку, как собирать самому легендарное оружие. И покажу Atlantic City. В общем, все будет в этом видео. Так что не переключайся. Всем привет, дорогие друзья мои и подруги. С вами, как всегда, Алекс. И это новый гайд, значит, по Fallout 76. Первое, что я хотел сказать по дому смотрительницы. По дому смотрительницы многие ребята спрашивали. Алекс, как ты? Как ты, значит, строишься? Ребята, есть дом смотрительницы, вот он, лагерь смотрительницы, когда вы выходите из 76-го убежища, вам надо прийти сюда, почитать все. И здесь же есть возле нее маленький кемп, где вам надо будет что-то построить, что-то сделать. После этого вы получаете вот такой вот мой кемп, называется. И здесь клацаете «Создать», вот, и вы в режиме стройки. Также можете V удерживать кнопку и тоже будете в режиме стройки. Здесь есть чертежи, есть новое что-то. Вот я пооткрывал, для чего нужны схемы, да, вот пооткрывал, собственно говоря, сейчас могу это поставить и быть немножко сильнее. Вот даже я выйду, да, смотри, так, открыл дверку, поднялся, это мой лагерь. Допустим, я где-то здесь хочу поставить это. Я удерживаю V клавишу, не W, а просто V. И вот я ухожу уже в режим стройки. Допустим, я вот здесь вот хочу качаться. Здесь нельзя, потому что здесь какие-то предметы пересекаются. Вот. Но надо найти место, где они не пересекаются. Все просто. Здесь у меня просто крыша, и многие предметы стоят внизу. Допустим, я хочу на свежем воздухе качаться, да? Вот. Хочу поставить где-то здесь. И здесь тоже не могу. Ну, вот такая вот система. Нельзя разместить... А, превышен бюджет мастерской. Подожди, это нам надо что-то еще удалить ненужное. А здесь из ненужного, в принципе, у меня есть пару вещей из ненужного. Вот эта вот стоечка явно не нужна, да? Жаба, в принципе, жаба у меня еще одна есть. Это можно разобрать с лягушкой. Вот этот автомат, в принципе, тоже здесь не нужен. Вот, поэтому могу поставить теперь где-то здесь. Выйти с режима стройки, вот я поставил, допустим, себе качалку, да, и я могу сказать, я хочу поднять. Как изучать схемы, я сейчас тоже все покажу. Где их найти, тоже покажу. И отправимся еще в одно очень интересное место под названием Atlantic City. Я тебе покажу, как я добываю патроны. Вот, после этого я тебе покажу, как участвовать на событиях и получать очень-очень много опыта. Я за одно событие вот два уровня апнул. Вот, смотри, сила увеличена на 2. То есть я стал сильнее на 2. Это довольно неплохо. Довольно неплохо. Сила, она сказывается на все, да. Компанейский чай я уже пил. Вот, я думаю, это убежище видели. Вот еще одна жаба. Но самое главное, это механическое дерби. Вот, почему это самое главное? Если вы хотите быстро прокачиваться, вам нужен интеллект. Интеллект, что такое? Вы открываете способности, да, здесь набор карт всякие, и вот он, ваш интеллект. Интеллект у меня на 11, но так как я большого уровня, я еще потом его бахну вот этой вот картой, когда буду 150 уровня. Поверьте мне, если позволит время, это очень быстро. Вот, и я его еще бахну. Сила у меня 14, но помним, что на 2 я ее улучшил. Как это можно посмотреть, что я стал умнее? Просто вот эффекты. И смотри, здесь есть спешл. И сила у меня здесь уже 16, а интеллект сейчас 15. То есть это максимальный. Чем выше интеллект, тем больше опыта ты получаешь. Опыт ты получаешь за все, естественно. Если разбираешь хлам, разбираешь оружие. Вот давай разберем, да, у меня здесь есть какой-то ненужный пистолет, ненужная броня. Деревянная, нож, кинжал, ты за все получишь опыт. Так или иначе, за все получаешь здесь в игре опыт. Просто за все. За то, что разбираешь, у тебя все это накапливается. И складывается оно вот здесь, вот в испытаниях. Ежедневное, допустим, убить такого, убить заглота, также есть. И еженедельное. И я рекомендую, кстати, выполнять больше всего еженедельных.
Вот, и если ты посмотришь, заглота я из болотника, гладкоствол, взломать терминал. Это ежедневное. Крота шахтера, болотника 30, мозгогрипп, разобрать хлам, чтобы получить масло. Видишь, я получу 1250. Но это больше к боевому пропуску относится, в принципе, вот это вот все. Также здесь есть бой, где ты можешь атомы заработать. Запустить бомбу, изготовить гранаты. Вот 76, если изготовишь, у меня 21, получишь 20 атомов. Атомы ты уже непосредственно можешь тратить в магазине. И также есть мир. В мире я тебе рекомендую только головастиков сделать. Вот, после чего перейти к опоссумам. Для чего нужны головастики? Все просто. Головастики нужны для рюкзака вместительного, вот. Это можно сделать вот здесь вот. Лагерь скаутов, пионеров. В принципе, делается это просто довольно. Также вот события Орда, Дикий Гуль, Ядовитая Долина. На каждом событии постарайся участвовать. Особенно, если там есть игроки. Если ты видишь игроков на событиях, тебе лучше участвовать. Вот, допустим, событие. Самогонный слет. Итак, мы пришли на событие «Самогонный слет». Он как раз рекомендуется для таких не очень больших уровней, но у меня будет здесь все заглоты, как ты видишь, которые надо по делику мне убить. Вот, они будут хороших уровней, довольно неплохих. Но с них собирай топливо и вообще собирай все, если у тебя хватает веса. Вот, а, кстати, сила влияет и на вес, то есть, чем сильнее, тем больше вешу я. Собирай крышки, шкуру, все с них, правда, очень плохо выпадает топливо, но топлива здесь у меня хватает, 999, в принципе. Вот, как ты видишь, здесь 80 уровень, 120, 600 уровень, я думаю, 1000 есть даже, да? Это не значит, что 20 уровня здесь быть не может. Слить яд, вот надо сюда сливать. Так, сколько там осталось? Короче, еще осталось. Ну, здесь заглотики где-то ходят. Здесь еще охранять надо, да? Это что у нас? Да, охранять надо. Я уже так давно не участвовал, что сам забываю. Но на событиях обязательно участвуй. И в Атлантик Сити обязательно ходи. Я тебе Атлантик Сити чуть позже покажу. Вот, в перерывах будем выполнять события, чтобы тебе понятнее было. Вот и топливо мое. Смазочная жидкость. Давай сюда. Еще уровень апнул. Нифига себе. Новый уровень. Вот. И чем больше игроков у тебя в группе, тем больше сливаем. Тем больше у тебя... Куда ты, чучело, пошло, а? Ты, ёлы-палы, а можно мне топливо вернуть? Вот, смотри, завершили и опять-таки получили опыт. Это не сильно сложная такая фигня. Вот, но чем меньше хп, тем лучше для меня. Я даже... А, еще подожди, еще не завершилось событие. Это я что-то легендарное получил или уровень, непонятно. Вот, просмотрел, общался с тобой. Возможно, легендарочки тоже здесь с мобов выпадают. Я думал, уже закончили уровень просто. Приготовиться к волне. Волна 3 еще, господи. Так мы на начало попали, на начало веселья попали, то, а? Тут разные уровни есть, и я очень рекомендую заходить тебе на начальных уровнях. Не успел. Но все равно что-то есть, да? Вот, бешенство ботаника мне надо будет потом убрать ненадолго. Вот, сливаем все сюда. Если находим, вот. Наполняем ванну эту. Хотя ванна уже наполнена вроде как. Чувак, я отступил, да, бывает. Я туда не пойду. Вот, чем больше радиации, тем лучше на самом деле, чтобы не сильно пополнялось оно. Так что можете кусать меня, да, я разрешаю. Можете кусать, только вот топливо надо поберечь, но где заработать патрики, я потом расскажу. Зубы, и мы это все вместе с вами разберем. Тихо, ну не взрывать, где я найду теперь? Так. Не, относить надо. Перегонный куб поля, подожди. Тут его атакуют или что?
Ну, кто-то там уже бегает, просит о помощи. Сергеечки, ну, ребята все здесь дружелюбные, не знаю я. Плохих не находил в Fallout'е. Всегда все помогают. По поводу схем я тебе сейчас расскажу. Будет такой длинный гайд, эксперимент прям. Гайд будет немножко не такой, как за 3 минуты. Вот, потому что я понимаю, за 3 минуты... Очень трудно рассказать все. Так, заглоты. У меня он там автоматом стимуляторы поднимает, принимает. Тут топливо еще. Крышка топлива. Топливо на самом деле здесь... Ладно, возьму все, потом разберу. Можно очень быстро потратить. Приготовиться к волне 4. И еще будет четвертая волна. В общем, я тебе покажу, что мы с этого залутаем. Вот, с этого события. А вот легендарочка лежит, смотри. Опа, она золотым светится. Светится, стимулятор нашел я. Так, отлично. Можно мне здесь быстренько? Опа. Что-нибудь подлутаю. Ну, типа топливо, пиво. Ладно. Возьму все. Спасибо. Вот, потом магазин покажу тебе, где схемы покупать покажу. И Atlantic City покажу. Будет большой гайд, слушай, на самом деле. Но зато продуктивный. Вот, чтоб ты основался и здесь. Если что-то непонятно, обязательно спрашивай в комментариях, я тебе подскажу. То есть обязательно пиши комментарии к видео. Я тебе пока подскажу, люфты или кто. Лично подскажу. Заглотик. Так, мертвый заглотик. Так, вот, меня еще свои, да. О, это хороший легендарный заглот. Ёпта. Сюда иди, красавец. Легендарный со звездочкой. Так, и где с него барахло здесь? Вот здесь, вот. Да, я пока лутал. Ничего страшного. Главное, легендарочку залутал здесь, возрождаясь на событиях. Вот так, поэтому не бойся. Легендарочку так это. Это не легендарочка. Легендарочку какую-то залутал. Не посмотрел по жизни. Вот, а здесь все дебошат. О, кто-то опять откинулся там. Можно поднять? Поднимай, брат, я прикрою. Вот, также уровень здесь бафнуть тоже не проблема. Вот, я думаю, что я такой тяжелый буду, он заглот дергается, что я не выйду отсюда просто на своих ногах. Надо будет увеличитель груза поднимать как-то. На может и нет, не знаю. Но пока на огнемет все хватает. Но за патронами и за более-менее дорогим лутом мы в Atlantic City с тобой отправимся. Железа, вообще лутаю все. Слушай, у меня вот зритель был, я ему подсказал эту игру, да, Он в нее поиграл, ему так понравилось, что он вообще пропал, говорит, лутаю все подряд, вообще как бешеный. Бутылку с коктейлем Молотова на продажу за крышки пойдет. Так, вот, все, событие закончилось, получили ногу легендарную с двумя звездочками. Но самое главное для меня это не две звездочки, потому что я могу 3 звездочки делать, я тебе покажу мемру сейчас. Вот, самое главное это для меня предметы в награду и самое главное это опыт. Ну и казначейская облигация лишней не будет. Что такое казначейская облигация, я тебе сейчас тоже расскажу, не отходя от кассы. Значит, облигацию ты можешь получить после того, как пройдешь убежище 79. Ты его захватишь. Об этом есть на канале целый стрим. Как я его захватываю. Потом идешь вот сюда, вот в кратер, допустим, да, давай. Ядро кратера. Смотри, пришел в кратер, ядро кратера. Ну, ты знаешь, где рейдеры сидят. Если не знаешь, то обязательно потом найдешь по сюжету. Идешь к этому автомату. Gold написано. И казначейские облигации, вот 34, это сколько? 340 золотых слитков. Меняешь, у тебя 1590 золота. Вот, осталось 60 всего их здесь. Что ты можешь делать за них? За них ты можешь, естественно, покупать товар. Да, это ланчбокс за соточку. Армейский криоморозильник 1250, допустим, схема, да? Вот криоморозильник давай мы прямо сейчас купим, потому что это очень-очень хорошо, и я тебе покажу, как схемы работают.
Так, схема динамит, все остальное мне надо. И увеличитель максимального груза ты тоже можешь здесь приобрести, так же, как и ланчбокс. Если не здесь, ты заходишь вот сюда, вот магазин, служебный сектор, и берешь за атомы. Сейчас он прогрузится. Вот, здесь есть ремонтные наборы, вот он, ланчбокс, собственно говоря, 50, бесплатно я получил за вход. Каждый день дают что-то бесплатное мне здесь, потому что работает подписка, это очень хорошо. Дальше, чтобы изучить схемы, ты идешь сюда, допустим, в кемп. Давай переместимся, я тебе все покажу. Ты переместился в кемп, уже видишь, тут беспорядок какой-то. Кто-то с кем-то воюет, поселенец. И рейдер воюет. Но они и те друзья. Обязательно забирай воду. Кстати, если ты не сделал воду, обязательно сделай. Это помогает тебе быть финансово обеспеченным. Допустим, я излишек воды, а излишек воды у меня огромный. Здесь ты забираешь еще немножко хлама. Здесь колодец тоже воду очищенную уже. Здесь очищенную. Здесь я забирал, здесь очищенную. Вот. Каждое это производит по две. Подходишь к ящику с хламом, во-первых, разбираешь весь хлам железа кислотного заглота. Кислоты тебе дает тоже туда в хлам. Потом тебе надо изучить схему, я думаю, предметы, да, и новая схема. Армейский криоморозильник изучили, да. Вот, и также, возможно, еще где-то есть у меня схема. Схема окраска рыцаря братства стали, давай тоже изучим. Да, так, рецепт уже есть, и у меня здесь на самом деле продаются эти схемы, вот, но армейский криоморозильник продавать нельзя, его можно построить, скорее всего, себе, вот, из нового, есть ли он здесь, да, так, это у нас припасы, хранения, так, это что у нас такое, химлаборатория, это я поставил наверху, стоит уже, да, так, надо посмотреть, где... Так, это недавнее, новое. В новом не показывается, потому что только что изучил. Это у нас Дьявол из Джерси. Слушай, интересная вещь какая-то, тоже игра. Прикольная, вот. Но, по-моему, ее за атомы только можно купить, наверное, в боевом пропуске. Так, временный союзник Делот. Союзники, пол нам не надо, стены нам не надо. Крыши, лестницы, двери... Прикольная дверь. Изготовляемая. Вот. Возможно, здесь где-то будет. Надо посмотреть, где он. Так. Армейский криоморозильник, но, скорее всего, не здесь. Турели, ловушки, оборона, генераторы, соединители, освещение, пища. Вот, ты видишь, пища и... Пищи я тоже... Кстати, в пище могли бы разместить, да? Криоморозильник было бы нормально. Так, это что такое? Свалочный фонтанчик? Короче, здесь куча всего есть, ресурсы, вот, скорее всего, здесь. Это что такое? Кофемашина. Не нашел я еще, кстати, схему на нее, но обязательно найду. Так, производитель удобрений производит бритовозалк, надо 4 найти и могу удобрения производить. Но это такое себе, ладно, ну ладно. Так, еще один автомат в атомной лавке, неинтересно. Так, автомат с компанейским чаем у меня уже есть. Так, тележка с хот-догами мне не нужна. Так, аппарат изготовления боеприпасов. Слушай, на эту схему я еще тоже не нашел. Так, здесь нету, да. Так, здесь смотрим быстренько. Армейский криоморозильник. Мы нашли. Вот, это для того, чтобы продукты не портились. Блин, куда ж тебя поставить-то, а? Ну, давай пока. Куда-то вот сюда вот готовки поставим. Так, чисто. Каким другим объектом? С ковром, что ли? С ковром пересекается. Вот сюда поставим. Вот. И сюда можно, естественно, сложить всю еду. Внутренности заглота, допустим. Вот. И они, видишь, со звездочкой морозилки стали. Это все за золото покупается. То есть, и в принципе, это довольно неплохо. Кипяченая вода сюда нельзя, компанейский чай можно, мясо удильщика мы положим тоже сюда, очищенная вода, пиво, вот самогон можем положить сюда, смотри, сразу, оп, хотя я не знаю, самогон, мне кажется, не испортится, яд кислотного заглота, добавим тоже, да, вот, почему-то оно
по одному добавляет, что ли. Ладно, добавим немного, вот, и он замораживается, и получается еда уже у тебя, и вот эта вся фигня, она не портится. Это, ну, я давно хотел этот морозильник, вот, я потом размещу и тебе покажу. Все, в общем, ты понял, да? И теперь даже, когда к ящику подходишь, пища-напитки, видишь, у тебя здесь значок стоит льда. Что не может не радовать, кстати, да? Здесь надо разобрать всякую фигню, оружие, броня, одежда, все есть у нас. И поэтому с тобой мы можем отправиться куда? Правильно, в магазин. Я тебе покажу, как покупать, как продавать. Где схемы? Собственно говоря, схемы лучше всего — это станция Welch. Можно попробовать, если тебе там надо автоматический калаш, еще что-то, или станция Ватога. Вот давай в Ватогу и пойдем. Итак, мы в Ватоге. Вот, быстрое перемещение, маскет. По поводу карт тоже смотри, какие карты ставить. Я имею в виду вот здесь вот, да. Вот у меня 4 способности уже есть, но я пока не буду использовать ничего ставить. У меня вот как есть, так и есть, да. Я чуть-чуть умный, чуть-чуть могу взламывать, чуть-чуть здесь. Я здесь могу карты менять, допустим, вот. Ну, что тут, на страже родного дома вот мне сейчас не надо, да? Я хочу, я не знаю, я хочу, допустим, вот это первое у меня, так, вот это третье. Я хочу третью сюда и секретный агент, либо марафонец поставить, вот и все. То есть, если я марафонец, смотри, сейчас сниму, одно неиспользованное очко, видишь, показывает. Я хочу белый рыцарь, вот, либо броня, либо что, давай белый рыцарь поставлю. Все, неиспользованного нету. Если у тебя 3 неиспользованных, то ты, естественно, карту способностей 3. Ты их можешь улучшать до 3-го, до 4-го некоторые. Ну вот, заходим сюда и вот на любую станцию, то есть они выглядят вот так вот, как паровозик. Они разбросаны по карте, вот одна здесь, в общем, много их, да. Здесь еще события, туннель любви есть, но видео затянется, боюсь. И так, я не знаю, как тебе длинные гайды такие с пояснениями. Одна вот здесь, в общем, одна вот здесь. Их много на самом деле, этих станций. И на каждой станции есть вот такой вот робот, который ты идешь в заметке. Вот, и автоматический ресивер калибра 38 для боевого карабина. 466 крышек, у меня 18 тысяч. Да, но автоматически, я не знаю, мне не надо. Но вот так покупаешь, смотри. Выходишь. И чтобы долго его не искать, у тебя есть новое, допустим, да, можешь отсортировать и найти здесь в новом. Вот, схема, автоматический ресивер. Нажал, опа, предмет открыт, все, ты можешь открывать его и улучшать. Для чего нужна вода? В принципе, заходишь к этому роботу, ты же не оставишь ему все, да? Вот этот меч, 73, он мне не надо, хотя можно было бы к Мымре зайти. Коктейль Молотова, 11. Фигарим тоже ему, да, гладкоствольный. Можем тоже ему зафигарить. А можем выйти, зайти сюда, в оружие, броня, одежда, пища, напитки, помощь. И здесь у меня есть виноградные ментаты. Что они делают? Плюс 5 к харизме, видишь? Более выгодные цены у торговцев на 10 минут. Хаваем одну. Да, вот, пить захотел он. Заходим сюда, продолжаем. Так, двухзарядный, тут что-то пистолет, уже 36 крышек стоит. Вот этот уже 17 стоит. Осколочная граната 12 стоит. Это я продавать не буду, биток тоже продам. Броня. Броню мы оставим пока, я тебе потом скажу почему. Внутренности заглота. Допустим, ну мне 65 не надо, я получаю за них вот. Квантовая, компанейский чай, пиво мне вообще не надо. Вот мясо удильщика тоже. Пюрешку я оставлю, воды я оставлю вот. Вот так вот и за 85 крышек продам, пиво тоже продам. Оно все просто занимает вещь. Антирадин разбавленный вообще не надо, у меня такого полно, да, я его постоянно лутаю, потому этот тоже половину где-то продаю. Вот, все очень просто. Виноградные ментаты, конечно, нет, потому что я их фармлю, там надо и пакет крови, и бог знает чего еще, какие-то цветы искать. Короче, для новичка сложно, наверное, вот. Так, схему я выучил, я ее всю себя в кемпе выставлю на продажу за 10 копеек, поэтому приходи. Вот, кстати, сундук красный, это для новичков. Приходи, лутай. Также давай посмотрим помощь, знамя скаута. Так, что здесь есть? Ланчбокс 12.
их бы по большому счету выложить куда-то, да, давай сходим в лагерь, ну, ты этого не увидишь, я быстро схожу, выложу все, все такое, которое, ремонтный набор есть, вот он. Или не будем выкладывать, пойдем сразу в Атлантик-Сити, я тебе покажу в Атлантик-Сити, вот. На событиях мы поучаствовали, это весело, это прикольно участвовать. Также, если хочешь электростанцию, вот она, электростанция «Посейдон», тут бывает событие. Чтобы найти событие, попробуй поменять сервера. Менять сервера очень просто. Нажимаешь Escape, Z, выйти в главное меню, и потом снова заходишь, у тебя другой сервер, другие игроки уже здесь, вот. Потому что некоторые игроки тут в кемпы свои построили прямо возле моих, типа, вот. Ну, не эти, да. Не эти игроки, а другие. Вот, и ты наводишься, допустим, на мой лагерь и видишь схема 83 штуки. То есть 83 штуки схемы ты можешь у меня купить на разные вещи. Наводишься на другой. 58 схем, видишь? Владелец какой-то лачимола. Короче, владелец вот 166 схем, допустим, возможно, я у него прикупить буду. Прикуплю что-нибудь. Либо станция Ватога, либо станция вот RNG, либо станция Велч. Вот на этих станциях и тоже есть схемы. То есть проверяй, смотри, стройся. То есть ты можешь купить все, что угодно. Но за золото ты можешь покупать только в кратере. В убежище 79 есть тоже торговец за золото, но его сначала надо пройти. И чтобы пройти убежище, лучше завершить кратер. Либо опора. Вот, в опоре тоже есть торговец, и он тоже продает за золото. Вот, но лучше завершить и те, чтобы они были дружелюбные. В общем, ты когда разовьешься, ты уже будешь более-менее понимать, что к чему. Переходим в Атлантик-Сити. И здесь есть район казино и затопленный центр города. И мы можем начать новую экспедицию. Итак, вот она, экспедиция новая, да? Здесь можно нажать «Запросить посадку». Я тебе покажу, как я фармлю патроны. Вот, это, как по мне, самый легенький способ. Вот, у меня в команде то 4 человека было, теперь один, вот, и это все влияет, кстати. Вот мы приземлились в Атлантик-Сити. Это то, что тебе надо, поверь мне. Вот сейчас у меня вес 204 даже, Я к Мымре не сходил еще. Я еще не сходил к Мымре. Ребята, ну, чтобы вы поняли, здесь топливо. Смотри, сколько. Я еще не улетел, да, но, в принципе, могу выйти в любой момент, нажав на карту, и переместиться в кемп. Я тебе долго снимать не буду, просто покажу, что это такое. Вот, новая экспедиция. Здесь квесты обалденные в Атлантик-Сити, но я тебе покажу именно по патронам, что здесь все хорошо. Вообще все хорошо. Здесь можно лут-то смотреть. Смотри, давай откроем. Вот, сейчас пойдем к Мымре, продадим легендарные предметы. Я тебе покажу еще, как легендарочки делать. Смотри, сколько топлива. Смотри, давай здесь откроем. Здесь не топливо. Хотя тоже может быть топливо, брат. Здесь почти везде. Ну, это я с огнеметом просто хожу. Если ты ходишь с другим оружием, допустим, да, у тебя вместо топлива будет, вот, допустим, если гатлинг-лазер взять, вот такой вот, то тут тоже 19 блоков, как бы, плазменных блоков, как бы не шутка. И здесь мобы, ну, они подстраиваются под твой уровень, у меня сотого, допустим, да, ну, потому что я хер знает какого тут. Давайте сюда выходите, вот. Ну, чтоб ты понял, вот мобы. Вот он, огнемет. Смотри, и здесь уже не по 8 топлива, а здесь по 32 в каждом. И еще здесь топливо. Да я просто уйду отсюда, да и все, понимаешь? Очень не хотел тебя в воде, вот топливо 30. Очень не хотел в воде, но, к сожалению. Вот такие вот мобы. Но квесты здесь, конечно, еще 30 топлива. Да я, в принципе, уже, я не знаю, я уже в большом-большом плюсе, понимаешь? Вот здесь почти на каждом этом ящике с патронами, потому что здесь мобов очень-очень дофига. И Атлантик-Сити, он очень крутой, но это, по-моему, как дополнение. Я не знаю, я полный Fallout когда-то давно-давно брал. В полном фуле, так сказать.
И здесь вот есть поселенцы, они вечно воюют, я им вечно помогаю. Причем, если в другой район идешь, там район казино, красных фонарей, смотри, сколько здесь мобов хороших. Смотри, я уже что-то получил, какие-то достижения, какие-то уровни. Да подождите, подождите, я только пришел, ребят. Вот, но мы сейчас сходим к Мымре с тобой, вот, я тебе покажу все. Ракета, топливо, топливо, дорого-богато, конечно, все. Вот, их, видишь, зачистить надо мне, вот. Плюс на квестах тоже бывает. Вот, а еще бутылка коктейля Молотова, все, можно туда заходить. А можно пойти к Мымре, я тебе покажу, что такое Мымра. Значит, открываешь карту, не смотри, что она черно-белая, ржавая кирка, перемещение. Давай, внешне, да, покинуть экспедицию. Итак, топливо у меня, кстати, было 1100, сейчас можно посмотреть, да, сейчас, где мои хлам модификации, боеприпасы. 1100 было, 1857 есть, еще две ракеты, плазменный блок, смотри, да, сколько их. Дофига, еще патрон 45-70 штучек. Ну, не знаю, отсюда, не отсюда. Суть не в этом. Вот она, ржавая кирка. Я думаю, ее находил каждый. Вот на карте она здесь находится, ребята. Как делать легендарное оружие, я тоже сейчас расскажу. Здесь есть морозильник, есть торговый автомат. Да, ну, в каждый можешь зайти, посмотреть. Здесь есть карта шахтера. Вот такие вот карты. Но если уже говорить о картах, да, то карты, как бы, карт сокровищ, вот у меня сколько. Дикого рубежа, Дикого Запада, топи, короче, очень-очень много. Вот, для чего эти карты сокровища надо вообще, для чего? Для чего? Ты спросишь, для чего они? Во-первых, находить предметы там так себе. Во-вторых, в испытаниях очень часто бывает надо какую-то карту сделать. В еженедельном или еще в чем-то, или вот в головастиках тоже где-то надо было найти сокровище. Также и в опоссумах. Да, опоссумов я еще не проходил, времени у меня нету просто на это проходить опоссумов. Рюкзак я получил. Головастиков очень просто, в принципе, проходить. Я что проходил, давай я тебе сразу покажу. Потому что по-любому ты захочешь рюкзак, правильно? Ты захочешь не маленький рюкзак. Головастик я прошел... сфотографировать заглота камерой матку болотника. Вот осталось еще, смотри, пройти, да. Но пройденные я уже посмотреть, наверное, не могу, да. Опоссумов только. А нет, вот здесь могу. Головастик лучник. Головастик спортсмен. Это сразу. Просто сразу по значкам. Смотри, это очень просто. Починить арбалет 3 раза. Спортсмен — это пробежать. В общем, об этом надо подробно делать, чтобы ты понял. Вот она, Мымра. Ну, Мурма, но я ее Мымра называю. Мымра что делает? Подходишь сюда в автомат, допустим, вот я чего, броню, кстати. Вот, оружие, да, вот это я не буду. А вот броня, допустим, броню я хочу обменять на 10 сертификатов. А вот эту я хочу, подожди, я ее вообще не, на 9. С одной звездочкой на 10, на 10, и Hellcat рука тоже на 10. Все, у меня 912 сертификатов. Я подхожу к Мымре. Могу нажать обмен и сделать так. Допустим, нужна тебе броня какая-то. Ты можешь с одной звездочкой броню у нее купить за 15 вот этих вот сертификатов, да. Можешь с двумя звездочками купить. Либо легендарная броня с 3 звездочками. Даже силовую. И даже легендарное холодное оружие можешь купить у нее, да? Либо легендарное стрелковое оружие. Вот, переведено, конечно, замечательно. И, допустим, это у меня лук. На 50% больше урона, когда у вашей цели осталось меньше 40% здоровья. Плюс 50% критический урон. Минус 25 раз. Слушай, а это неплохой лук выпал. Ну, вообще лучше так не делать, мне кажется, да? Вот. Ну, давай еще раз сделаем так. Что выпадет? Следопытский гатлинг лазер на 3 звезды. 100% точности вас по цене плюс 50 очков действия, если вы не в бою. Наносимый урон при прицеливании. Сопротивляем. Вот видишь, говно выпало. И есть легендарный модуль.
Легендарный модуль — это как раз то, зачем я сюда хожу почаще. Потому что, ну, игра в ящике, ты сам понимаешь. 10 берешь, 500 этих стоит. Легендарный модуль для чего нужен? Сейчас вернемся в убежище. Я думаю, ты запомнил дорогу. Вот она, ржавая кирка, видишь? Тут сидит Мымра. Здесь у нас медицинский центр, короче. И вот здесь мое убежище совсем недалеко. Итак, ребят, пришли в убежище. Как всегда, водички возьму, да? Где-то сделалось, где-то нет. Пришли в убежище. Естественно, интеллект. Вот он, интеллект. Холодильник наш, новое приобретение, да? Это просто пункт приготовления пищи. И ты хочешь, допустим, сделать легендарное оружие. Начинаешь создавать, вот, можешь создать, допустим, оружие. Автоматическое, короткий охотничий карабин, да, ну, я, кстати, не делал его легендарным, не знаю, ни разу. Уровень 50, допустим, давай сделаем, вот, теперь ты можешь его модифицировать или починить. Для чего нужны эти модули? Ищем его, короткий охотничий карабин, случайные легендарные модули. Допустим, я хочу 2 звезды, 1 или 2 звезды, или 3 звезды, короче, я хочу вот так, бах! Вот, и смотри, что для этого. Легендарный модуль и легендарный блок надо. Так, при получении мутации увеличивается урон, ну, не более чем на 25%. Сейчас на 5. Плюс 25 наносимому урону при прицеливании. И плюс 250 урону при перезарядке. Отлично, вот, вы теперь поняли, зачем нужны легендарные модули. Я его, конечно, продам, потому что это, ну, такое себе оружие. Абсолютно, ребят. Если хотите больше гайдов таких, я просто даже не знаю. Делать длинные гайды, понятные такие для простого народа, чтобы ты понял, да? Либо не делать. Вот. Непонятно просто, что тебе надо. Вот. Нужны тебе такие гайды или не нужны, напиши обязательно в комментариях мне, нужны тебе они или нет. Я 5 крышечек просрал только что. Ну ладно, у меня 1800. Ну, в принципе, нормально. Ржавая кирка, значит, Атлантик Сити мы посмотрели. События посмотрели. Ребят, все посмотрели. Мымру тоже посмотрели. События посмотрели. Что я вам скажу, ребят? Я вам скажу, ребят, всего хорошего. Братских сердечек вам. Вот. Мирного неба и отличной игры тебе, Fallout 76. Не забывай задавать вопросы в комментариях, на все постараюсь ответить, вот, если это какие-то хорошие вопросы. Все, с тобой был, как всегда, Алекс, пока-пока, до скорого.